Павлодарские пароплавцы вернулись с наградами с розыгрыша Кубка Республики, который проходил в Актобе. Готовится восьмой такой. 100 метров вольный стиль мужчины с ботом. С 15 по 20 ноября в городе Актобе проходил заплыв на Кубок Республики Казахстан по пароплаванию. Участие в них принимали пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения. Три дня команды из Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской, Туркестанской, Павлодарской областей и города Астаны выявляли сильнейших на дистанцию 50 метров вольным стилем. Лучший результат показал наш земляк Станислав Мочкин. Не было ему равных и на 100-метровке вольным стилем, и на 50-метровой дорожке батарея. Собрав внушительную копилку золотых медалей, команда вернулась домой. Даниил Аукенов, Ертыс Акпарат.